Всем привет, это видео, в котором я расскажу и, если это возможно, покажу информацию о патче от 5 июня для корейских проектов Lineage 2. Начнем с основной версии. Разработчики изменили стадии броши Lavian Rose на 5 уровней апгрейда. Свойства самих предметов не изменились. Вместе с названиями изменились и ресурсы, требуемые для усиления броши Lavian Rose у Шадая. Я, к сожалению, не могу показать все стадии улучшения, но, к примеру, первый уровень стоит 10 миллионов аден, второй 190 эргемов и 5 кристаллов элисиума, третий 641 эргем и 20 кристаллов элисиума, четвертый 3 камня духа для броши Lavian Rose, ну и саму брошку, естественно, и пятый 15 камней духа. В рамках стартанувшего на прошлой неделе ивента Алых Весов была откорректирована работа розового зелья. Теперь эффект розового зелья отменяет до этого примененный эффект, купленный у той же Rose. Также была скорректирована работа счастливого билета Красина. Теперь эффект этого билета не пропадает на Олимпиаде или фестивале. Несмотря на то, что ивент Алых Весов начался на прошлой неделе, я все-таки отмечу несколько интересных моментов в новой версии. Красин, помимо бафа, теперь обменивает кристаллы души с 3 по 5 уровень и некоторое количество адены на сундук, из которого можно, со случайным, естественно, шансом, можно получить такой же или любой другой кристалл души того же уровня. Такая же опция есть для агатионов с 9 уровнем модификации, драгоценных камней 3 и 4 уровня. Также у Красин можно обменять энергию самоцвета. Это такой предмет, при помощи которого можно большие драгоценные камни улучшать, на случайный ларец с драгоценным камнем 4 уровня. Зелен, помимо привычного бафа и сброса дуал-класса за 800 миллионов адены, продает камень изменения основного класса в рамках архетипа. На Рофе такой предмет достаточно давно уже существует, это эссенция хаоса, которая, собственно говоря, абсолютно аналогична той, что только-только ввели, и то в рамках ивента Алых Весов Кореи. Здесь, конечно, надо уточнить, что в Корее уже давно нет такого сервиса по смене или разделению основного класса каким-либо образом. Как бы там ни было, Черен все так же обменивает оружие всех типов, за исключением проклятого и, естественно, оружия драконов. На этот раз у него появилась опция обмена брони всех типов на другой. Например, робу на лайт или лайт на тяжелый. Правда, такой обмен возможен для всех типов брони Левиафана, кроме простого. Вдобавок можно обменять ПВЕ или ПВП эффект в Айдиос броне. К сожалению, все эти опции требуют предметов для обмена, но помимо самого предмета еще нужно учитывать, что необходимо будет некоторое количество адены. Вообще, в описании ивента вся эта информация есть, поэтому я под видео оставлю ссылку. Также появился обмен радужной диадемы власти на другой тип с доплатой в виде 3 миллиардов адены. Наконец, у Rose значительно увеличился список зелий внешнего вида, а Синей теперь может обменять артефакты в рамках типа за 300 миллионов адены за каждый артефакт. Тут нужно сказать, что многие опции требуют монеты гильдии Алых Весов. Эти же монеты можно обменять на части для оружия и брони, различные ресурсы, точки и расходники. Далее в разделе клана сказано, что в окне цели теперь особым образом будет отмечен персонаж из враждующего клана. Проще говоря, теперь в окне таргета будет значок кланвара. После профилактики на основной версии начался ивент мистических коробок, похожий на тот, что проходил на классических серверах и эссенции. Суть этого ивента заключается в несколько необычной для Lineage механике лутбоксов. Теперь после покупки мистической коробки есть ряд предметов, которые персонаж получит с некоторым шансом, то есть случайно, и начиная со второго уровня этой мистической коробки, их можно не просто открывать, а обменивать на различные товары у менеджера витаминов. Список доступных предметов для обмена можно посмотреть по ссылке в описании ивента, я лишь расскажу чуть подробнее, как он работает. Допустим, игрок покупает магическую коробку. Если ее открыть, то появляется шанс получить оттуда второй уровень коробки. Из нее также шанса можно получить третий и так далее. Шанс на получение различных уровней коробок
и предметов я добавлю статью о шансах на своем сайте в течение недели. Еще одно важное нововведение – это чернильный кристалл. Предмет, который пока что можно достать только из акции с мистическими коробками. 10 чернильных кристаллов можно обменять у NPC в городах рядом с мастером татуировок на одну новую краску. Помимо привычных бонусов к базовым характеристикам, такие краски увеличивают различные характеристики персонажа. Например, физическую или магическую атаку, урон физических или магических умений, критический физический урон, магический физический урон и так далее. Наконец, были исправлены проблемы с отображением плащей, исправлены проблемы с описанием некоторых умений, которые, например, некорректно показывали время перезарядки, и удалены устаревшие диалоги с NPC Вельберт Вадене. Теперь несколько вопросов и ответов по основной версии из прошлого видео, ну и вообще, что появлялось в Дискорде. Прежде всего, на мейн-версии действительно добавились новые клан-миссии. Если внимательно посмотреть на уровни, то теперь есть ряд клан-миссий, которые значительно выше тех, что предоставляются на Роуфе. Еще отмечу, что у бокалейщиков во всех городах товары были разделены на два раздела. В одном – расходники. Обратите внимание, что здесь есть, например, благословенный свиток возрождения. Замок здесь засвет. Давайте заодно проверим все остальные предметы. А во второй вкладке привычные, но уже слегка устаревшие предметы и расходники. Теперь о классических серверах. У менеджера витаминов убрали опцию обмена настоек покровительства Сайхи. Честно говоря, точно не помню, что такая опция вообще была. Кроме того, добавили, как и на серверах Essence, свитки для модификации браслетов скорости. Вообще, странно, что их не было до этого. Затем в разделе умений исправлена проблема с некорректным отображением описания и фактическим временем чтения заклинаний. В зоне, ограниченной по времени первобытный сад, в качестве квестового монстра добавлен янтарный василиск. Подробнее о первобытном саде и талисманах скорости можно, кстати говоря, почитать в статье, которую я перевел на своем сайте, ссылку оставлю под видео. Наконец, исправлена проблема с некорректным отображением персонажа при перемещении на маунтах, и похожая проблема только при увеличении персонажа, видимо, с эффектом трансформации берсерка, он там значительно увеличивается в своих размерах. Секция вопросов и ответов по классику. Первый вопрос про стихийный опыт с мобов. X1 и X4, есть ли разница? Вот давайте, например, моба X1 со стихией ветра убьем. С него персонаж получил 18 опыта стихии. К сожалению, X4 мобов на поверхности я не нашел. А вот в башне дерзости есть мобы X3, это тоже со стихией ветра. С него я получил 12 стихийного опыта. А уже из синего моба получилось 10 стихийного опыта. По поводу сундуков клана на вопрос я не могу ответить, их в корейском классике попросту нет. Теперь ассортимент L-магазина на обычном классике следующий. Здесь есть A и B Grade оружие, неточеное, по 8500 L-монет и 10 миллионов адены за каждое. Затем B Grade броня, следующие вкладки талисман Евы и талисман Адена, брошь первого уровня, браслеты для талисманов и браслет для Гатиона. Теперь цены на расходники. Следующая вкладка — усиливающие предметы, рыболовные билеты, стихийные камни, колчаны и свитки модификаций. Затем была просьба показать
Долин Драконов, это теперь локация для 82 плюс уровней. Давайте попробуем пробежать и посмотреть, сколько вообще игроков тут можно встретить. Периодически мы видим, что игроки есть. Следующий вопрос был по налогам в городах, кроме Герана. Везде налог 0%, я проверил все города. Цены на ресурсы также везде одинаковые, вот такие, как здесь в Дионе, например. Для точности давайте еще проверим темных эльфов. Что касается цен в люксторе, мне очень сложно сказать, поэтому я могу показать фактический список, а вы можете сравнить с тем, что есть на ваших серверах. Что касается поны, здесь, скорее всего, ассортимент тоже должен отличаться, потому что в Корее больше бустеров. Ну вот давайте, например, посмотрим талисманы. Обратите внимание, что внешний вид, иконка талисманов, всех талисманов изменилась. И вот в конце это свитки для талисманов скорости. Переходим к серверам Essence или Aden. В систему случайного создания предметов добавили предметы А-ранга. Давайте попробуем, посмотрим, как они здесь написано, что они как-то по-особенному будут выделяться. Давайте обновим список рандомных предметов. Кстати, теперь за каждое обновление будут сниматься не только очки производства, но и 10 000 аден. Кроме того, нельзя пополнить эти самые очки производства зарядами. До этого это точно можно было сделать. В общем-то, они отображались, если посмотреть прошлое видео. В разделе «Зона охоты» говорится о добавлении новых предметов в списке присваивания или спойла. Эти предметы можно спойлить в локации 60 и выше уровней. К сожалению, у меня есть только крафтеры, то не такого высокого уровня, поэтому эту информацию пока проверить я не смогу. NPC-код «Помощник», который бесплатно телепортирует зону охоты, теперь показывает в списке только те зоны, который меньше или такого же уровня, как персонаж. Теперь на 40 уровне, например, не прыгнуть в гробницу императоров или в зоны под Аденом. В запредельном подземелье исправили проблемы с тем, что мобы не всегда атаковали персонажа. Это было, и в принципе те, кто смотрели стрим, тоже это могли заметить. Но умение кровотечения у разбойников теперь распространяется эффект запредельности, благословение запредельности. Видимо, это должно помочь даггерщикам хоть как-то пройти подземелье, потому что я не представляю, как его вообще можно успешно завершить, если ты бьешь по одному мобу. А с благословением запредельности некоторые точечные скиллы становятся массовыми. Сам баф запредельности теперь будет не 10 минут, а 11, то есть его точно хватит на подземелье, потому что иногда, когда мобы после 10-минутного таймеры исчезают, еще остаются сундуки. Вот сундуки еще можно добить будет, видимо, с этим бафом.
Ну и, пожалуй, главное по запредельному подземелью. Теперь можно вернуться обратно в город через того же NPC, который стоит в этом подземелье. Этого очень не хватало, и, честно говоря, первую неделю приходилось использовать сои или сои в шапке. В разделе предметов исправили проблему с тем, что для создания двойных мечей были необходимы старые ресурсы, которые были выведены фактически из игры. Вдобавок, предметы, показанные в меню системы создания случайных предметов, исчезают через 10 минут, если их не разыграть. Затем в разделе умений исправлена проблема, когда время каста умений не совпадало с реальным. Исправлены проблемы со спавном NPC стражников в некоторых зонах охоты и возможность обмена устаревших предметов через кузнеца. Тут я, к сожалению, не очень понимаю, что подразумевается под предметами, может быть, это как раз ресурсы. Дальше, так же как и на обычном классике, в зоне первобытного сада квестовым монстром стал янтарный василиск. Удалены устаревшие ресурсы и заряды наград по квестам. Затем в магазин Эль Монет добавлена отдельная вкладка с ивентовыми предметами. Она даже подсвечена таким синим цветом. Затем в разделе дополнительных умений сказано, что скорость восстановления кармы на ПК персонажах была уменьшена. И персонажи, получается, дольше смывает карму. Затем исправлены проблемы с отображением внешнего вида персонажа. Исправлена проблема с отменой телепорта к рейд-боссу, если карту развернуть на полный экран. Затем исправлено отображение точки телепорта к Анаким и Лилит и указание местоположения рейд-босса, если выбрать его через список рейд-боссов в том же окне карты. Боюсь, что эти нюансы я как-то прокомментировать не смогу, потому что попросту не пользовался этим. Наконец, секция вопросов и ответов по Essence. На стриме в прошлую пятницу стало понятно, что цены у NPC Ceylon значительно выросли. Видимо, это случилось после изменения системы стихий до 40 уровня. Вот, посмотрите на некоторые цены у этого NPC. В прошлом видео, когда я рассказывал об осколках для талисманов Бенира, я показал обмен самих талисманов на некоторое количество осколков. Но в действительности добавили покупку этих осколков у Поны за Дену. Наконец, те свитки для модификации оружия Аранга, что я показывал в прошлом видео, дают несколько иные, как оказалось, бонусы, чем доступные вне системы Эль Монет. Например, до плюс 4 маг-атака увеличивается на 5, а после на 16. В обычных же точках до плюс 4 на 3 и после на 9. Надо сказать отдельное спасибо Брумкай за то, что сообщает и вообще обращает внимание на такие детали. Это, пожалуй, все. Для того, чтобы узнавать больше или быстрее, заглядывайте в Discord или на сайт 4r4m.com. Если у вас появились вопросы или идеи для тестов, оставляйте их в комментариях под видео. Отдельно хочу поблагодарить подписчиков на Патреоне и зрителей, поддерживающих проект на стримах. Это видео вышло благодаря им. Еще раз спасибо.